Привет! Здорово! Я там служил в Афгане, и в основном у меня песни, касающиеся войны, об Афгане. Домогосом стежка, а по ней верста, мраморный овёшка над речушкой встал, где березки низко добрались в поклон. Обелиска держит небосклон, мрамор обелиска держит небосклон. Был парнишка смелый, только до поры, мой приятель верный в косогор горы, и в брони одежку сжег гранатомет. Мраморный Алёшка, кто тебя поймёт? Мраморный Алёшка, кто тебя поймёт? Невеста, вся твоя семья, жизнь хотя бы немножко. Таня пропала. У нас бывает. Началась Вторая Чеченская война. Я, как всякий нормальный человек, сильно переживал об этом. А как творческий человек, я просто взял и написал песню, которую хочу вам сейчас исполнить. Называется эта песня. Танцист будет жизнь приказной мною, ведь война, она войною, кто бы знал, как бы. Мы о том не забудем, и жена не плачет. Может, стоило иначе нашу молодость прожить, только по Кавказу, по Кавказу, четко следуя приказам. Похожало, что тушманов вырвать жало, так великая держава, подымая с колен. Большое спасибо, я привет. День добрый. Значит, это я служил в 324-м полку. Мы стояли практически на этом месте. Расцвели цветы. В небе облака. Так, кто провода оторвал? За кольцо все некого. Раз, два. Расцвели цветы, не молчишь, может быть, за все. Душу ты сломал, то из вас судьбу, где она течет, до сих пор в ночи. Привет, приеду скоро, не волнуйся, у нас все нормально. Жди, скоро буду. Да, как-то помогаю даже, можно так сказать. Меня зовут Бурнаев Александр Иванович. Мам, не волнуйся, у меня все нормально. Здесь практически благодетелей нету. Так что не волнуйтесь сильно за меня. Скоро приеду домой к Новому году. Пока. Я только один раз был на выезде вчера. Стояли в окружении, просто охраняли и все. Ничего такого нет. Продолжение следует...
Да на Сибирск, ну порте. Я когда-то, нам бы, знаете, все, кто нас видит, кто нас знает. Всем вам привет. В общем, всему Уралу. Всему Уралу. Привет. Всем привет. Будет, будет. Не показывать будет. Все. Передаю привет вашим своим родителям, маме, сестренкам, друзьям, своим, которые меня знают. Большой АТМ. Привет передаю. АТМ. АТМ, подожди. Как это по Свердловску будет показывать? Свердловский же вернулся. Пока. Микрофон-то хоть возьмите. У нас тошна будет. Ну давайте хоть что-нибудь Уралу дружно. 70-го. Скажите. 70-го. От 70-го полка. Всему Уральскому округу. Привет. Особенно Богдановичу. Ну все Свердловской области, по отдельности города не буду называть. Здесь народу много. Чтобы все... Ну, всем матерям привет, чтобы не беспокоились. Все живы, здоровы, все нормально. Пишут, здесь пишут письма сейчас, вам привезут. Ждите, встречайте. Дембеля едут. Собракайся, город. Пацаны там, родные все, большой привет вам от нас всех. Ждите, вернемся. С какого района? Чкаловский район, в общем, автовокзал. Автовокзал, Эльмаш, Уралмаш здесь, все есть. Октябрьский район. Кто сверхъестественного? Со мной все хорошо, я жив и здоров. Всем привет. Представлялись? Алексей. Олег. Леша. Кто еще? С Екатеринбурга, кто конкретно еще? Давайте, вы как-то скучкуетесь в одну кучу. И кто поближе в области, не знаю, там Поливкова. Нижний Тагил. Ура! Три. Ура! Привет! Все. Как вы сейчас прослушали? Какие у вас ощущения? Да нормально. Ну, что, такие слова? Очень приятно. Да, было услышать. Переживания по поводу, конечно, услышанного. То, что это вновь пережить за друзей, за тех, кто погиб, за тех, кто ранен. Ну, и за тех, кто здесь остается еще. Кому служить долго, кто дембель. У каждого свое, ну, свои ощущения, конечно. Это не, ну, в основном волнение, воспоминания о друзьях, тех, кто погиб, тех, кто здесь остался. Кого вывезли, кто сам вышел из боя. Что для вас вообще такое песня здесь? Радость. Радость? Редко слушаю здесь песни. Ну, здесь вот когда вот... Поддержка. Да, поддержка моральная, психологическая. Трудно все равно приходится иногда. Да, почаще вы приезжали. Да. Веселее было все равно. Вообще-то как у вас тут боевой дух? Да нормально. Че, ездим, ну, не знаю. Служим потихоньку. Кто куда ездил? Все, да?
Передаю привет со Свердловска с пехоты. Черемных Серега, Черемных Дима, Черепов Сергей. Также всем остальным, кто служил во втором батальоне 70-го полка. Ребята, мы скоро вернемся, встречайте. Готовьте много водки. А, кто знает, кто... Аксенов Андрей, с Богдановича. Старшина второй рот. Бывший старшина второй рот. Ну все. Какие ощущения вообще от похода в горы? Какие ощущения? Тревога, переживания за личный состав, за молодых. Особенно ночью. Да, которые спят. Ночью, да, вообще. Так и думаю, что пальнет. То ли свой, то ли не свой. А так нормально. Смотри. На улице Урискова, 19, квартира 33. Мама живет в Башкирии с отцом. Все, показывай. Вот просто вот, давай вот так вот сюда. Да я объясняю, что у вас тут, где, что, как вы это все да, делали, да, полностью все. Это вешалка, Слава. Это полочка для котелков. Здесь у нас мыльно-рыльная лежит. Вот она. Стол, лавочка. Больше раз. И когда доедете до дома? 11-го. Можно приехать, а когда будет? Ребята, техника секретная.